Dawajcie, możecie. Czy nie da się? Чё был? Ладно. Как не тянет на планете? Нет. Коробка. Сразу перевод закрывайте. Бразилец. О, бля. Ага. Перевод. Ой-ой-ой, пролетел. Хорош, почти. Повезло, там сразу заранее подойти. В этой ситуации, погнали. Еще вниз, вниз, сколько да есть. Стоп, стоп, вниз, вниз. Вы с фланга ушли, переводите на другой. Не, можно туда же, просто тогда нужно повернуться лицом туда же. Вниз. Центр. Пиздец, окей. Угу. Все. Ну, да, можно да. Себе позволить. Блин, ЦП нет. Сейчас не придумается, все. Да. А что это за пас? Подвигаемся, подвигаемся. Под мячик. Один. Не вверх. Нормально, нормально, ребят. Все нормально. Не садись низко. Юрист, о, хорош. Бразилец, хорош. Дал вариант. Перевода. Разъезжай, разъезжай, разъезжай. Внимательно, давайте разберем. Я далее. Меня тянет. Рукой нужно. Найс. Под тобой дверь.
счет. Хорошо. А на ближку бразилец, знаешь, как вбегать? Примерно там же с угла этого дуги и на ближку летишь, ну сам разберешься. Раз, два, три. Все, вы наши. Понятно. Даже лучше, когда ты уебался. Мне его надо. Не все. Ты в центре прям так много, мы пытаемся отправить. Да, а там хороший край. Блять, это подстава. Че? А чего, блядь? Иначе. Внимательно, ребят. Хорошо. Все в штрафную. А дальше смотрите, и далька, и дуга. Контраей. Вперед тогда, если не знаешь кому. А. Блять, встань. Время, давай, забегите, юрист. Так официально. Я имею в виду забегите, а потом золотого кого выбрал, блять. Чтобы у всех сработало. Так, Ростовец. Успокойтесь чуть. Расслабьтесь, что-то, блядь, занервничаю. Дайте второй темп, доталово. Нормально, просто доталово раскатывайте. Не торопитесь вперед, пихо. Чуть продержали, стянули, отдали на. А то что-то все пихаем, пихаем. Впереди, если очень долго вариант не можем найти, не забывайте, вывод назад на ЦПшника, ЦПшник ищет быстрее, центр, центр и опять вперед. Все, погнали. Смотрите заброс, но я через не смогу разобрать. Потянул потом. Снизу и бразильцы. Кайсер. Еще. Кукли, да. Не прилетай. Как хотел сказать, тормози уже. Воркал, только возьмите большого. Это и блядь. Почему за ним блядь пошел мелкий? И почему вместо мелкого? Заброс, давайте попробуем. Ладно. Пиздец, парни, сорян. Я засмотрелся на ебаный радар.
блядь. Просто не знаю, давайте разобрем. Так, время достаточно, 60 минут, ребят. Просто до того чуть агрессивнее давите их, все. Не терять ничего. Блин, ну, сам привычу. Да не туда, я на фоне дал. Давай, 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 забери. Вот не. Сейчас повыше все поиграйте, Ройс, не спускайся особо. Один. Сайт, он забыл. Давайте нажимайте. Блин. Прямо пихни. Хорош. Блядь. Вверх давайте поджимайте агрессивно прям. Я стану под мяч только. Ёб твою мать. Ты не
повезло. Фору не спускайся. Кино не будет. Еще. Блядь, 91. Агрессивно прямо у них. И с нами форвард впереди стойте, и Рось тоже поднимайся. Вот загруз. Да, в Казани, блядь. Бля, ну поделать, сосали, блядь, сегодня везде без зубы, да. Че я, блядь, ты... с забросом не в тему вторую атаку им дал? Мы еще вроде дрочим, а без толку, блядь. Ладно, снимись в корону. На самом деле, Кали, это момент, что вроде все помним, что делать, все знаем, но как будто немножко расстегнутые играем. То сначала приходится подпинать одну зону, то другую. Из-за этого синхрона нету, тем более в первый игровой день недели. Ну, у нас явный перекос на правый фланг. Не сегодня, а в целом. У нас все атаки справа. И все, что справа, оно налево на ЛТП не двигается, чтобы он запускал. А все, что справа, оно все равно двигается туда, вправо, во фланг. Ну, куда-то по постам поставить.